Здоровенькие были. Сегодня я вам покажу, как статически сбалансирован коленчатый вал Пяджи Чуао. В общем-то, без навески он с шатуном уходил вниз безнадежно. А вот это я решил поставить всю навеску. То есть генератор. Там видно кулачок, пружинки все. Пружинная шайба, распорки. И само центробежное сцепление накрутил. И, в общем-то, сейчас подвешен за головку небольшой грузик. Вес я в конце видео посмотрим. То есть вчера где-то примерно при весе груза меньше где-то 30 грамм он уходил в статическое равновесие. Вот это небольшое приспособление, лабораторный штатив, тиски маленькие ключника. Видите, все равно немного тянет вниз. Да. Ну, как видим, тянет вниз. Нигде не трет. Да, немножко тянет вниз, то есть надо будет еще уменьшать. Сейчас для наглядности взвесим, сколько. Ложим груз. Да, это 29,1 грамма. И теперь просто пример голый шатун. Вот ее видно. Я его кручу. Он абсолютно произвольное положение. Занимает, то есть без навески поршневой коленчатый вал отбалансирует идеально. То есть в чем причина, будем в дальнейшем разбираться, когда уже будет поршень готовый. Ну, как видите, четко становится. А с грузиком ходил немного вниз. Все, спасибо за внимание.